Сегодня в городской стоматологии началась учеба. Все врачи терапевтического направления, а это более 20 человек, проходят курсы повышения квалификации у профессора Нижегородской государственной медакадемии Светланы Гажвы. Сама профессор, доктор медицинских наук, которая впервые работает в Ноябрьске, говорит, что для нее это праздник профессионального мастерства, где практикующие врачи дискутируют, обмениваются опытом и делятся наработками с высшей школой. Раз в 5 лет, согласно образовательному стандарту, каждый специалист должен подтверждать свой профессиональный статус посредством таких вот курсов. Но с врачами Ноябрьской городской стоматологии это больше похоже на диспут о самых передовых технологиях, которые, особо подчеркнула профессор, активно применяются здесь на практике. Как, например, методы альтернативного протезирования с помощью имплантантов. Что присуще вашей стоматологии, то, что все существующие технологии, которые у нас работают в России, они есть у вас. И все абсолютно врачи владеют самыми передовыми технологиями. И я думаю, что пациент, который получает услугу в этой стоматологической клинике, он счастливый пациент, потому что он имеет высокий профессиональный уровень. В него и в его качество работы вложены самые инновационные технологии. И это стандарт качества и залог стоматологического здоровья пациента.